На месте. Мы приветствуем Валентину, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, она доверит. Хорошо. Ничего не мешает видению? У нее рядом стоит тяжелый, большой молоток. Молоток. В ее биополе или рядом с ее биополем? В ее биополе. Он ее утяжеляет. Хорошо, на счет 3. Возле ноги он у нее. Хорошо, на счет 3 этот молоток выходит, летит в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. Он приделан к ее ноге. К левой. Хорошо, Влад, разрежь. И молоток отправляется в клетку, тюрьму. Отстегнуть его надо. Отстегнуть? Да. С каких пор мы отстегиваем? Влад, разрежь лазером молоток от цепи и вместе с цепью отправь в клетку-тюрьму. Готово. От этого молотка и цепи выстраивается канал к ответственному 1, 2, 3. Я притягиваю его в клетку-тюрьму, становится моим заложником. 1, 2, 3. Стоит в клетке. Демон. Какой демон? Считай герцовку. 17. 17-герцовый демон. Хорошо. У него рога, как у оленя. А можешь почему? Его сканировать. Конечно. Снимаются все маски, голограммы. Фантом предстает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Влад, просканируй, если это голограмма, сожги ее. Выстраивая демоновый канал к другим ответственным. 1, 2, 3. Притягивай в клетку тюрьму, если таковые есть. Это без. 8 герцов. Без. А что ты не выскочил, а? Он сейчас скочит по клетке. Отлично, правильно. И получает удар. 100 000 герц. Удар бесу. У него такая спина горбатая. Отлично. Снимаются все маски и голограммы. Бес предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Выстраивая канал от беса, если еще кто-то связан с бесом и демоном, притягивается в клетку-тюрьму. Да будет так, а так и есть. 1 я. 1 ты. Хорошо. Я даю команду скэнеру на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Валентины, под ногами. И тело Валентины находит все. Инсектоид, синий дракон, гуманоид, арахноид. Какая веселая команда. Только ящеров не хватает или рептов. Итак, демон 17-герцовый, бес 8-герцовый, инсектоид. Синий дракон, считай цифры над головой синего дракона. 906. 906. Гуманоид, откуда ты? Орион. Орион. Ловец душ? Нет. Он показывает, он такую систему, от нее идет, вернее, как сон. Солнце такое в разные стороны идет от нее. А он генератор сделал в ней, да? Да. Понятно, я вижу. Хорошо, все знают, где они находятся, сейчас будем разбираться. Подожди, он ухмыляется, говорит, что это не я сделал, это она генерирует. А я собираю. А что ты ухмыляешься, гуманоид? Кто тебе разрешал собирать? Хорошо, кто тебе разрешал собирать вообще эти энергии? Я тебе сейчас твою ухмылку очень быстро с твоего лица сгоню. Но он тормозит, как рукой тебя останавливает, говорит, что ты не так понял. Хорошо. Я не ищу конфликт. Хорошо, посмотрим. Итак, я даю команду тонкой копии Валентины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены низкой вибрационной энергии в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстраиваются, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии Валентины произвести отчуждение всей этой чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Валентине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Демон, как долго ты находился в этом биополе? 7 лет. На что зашел? Мысли у нее интересные. Мне сейчас это подожди, показывает. Хорошо. То есть с одной стороны, я скажу, как он говорит. Он говорит, что с одной стороны она святошу себя строит, а с другой стороны в низкие вибрации уходит. Хорошо. В низкие вибрации чем она уходит? Назови мне эти энергии. Какой это грех? Эгоизм. Эгоизм. Хорошо. Еще назовешь что-то? Эгоизм такой, что не могу понять, уловить не могу, чтобы сказать. Какое-то что-то, что показывает. Радикальный вот эгоизм. Ее какую-то секунду показывает, какие-то моменты. То есть то, что она делает, она считает всегда правильным, но она как-то, ну вот как он говорит, тупо туда заходит и смысл не понимает, что ли. Хорошо, Демон, объясни мне еще одну вещь. У меня вопрос насчет маятника. Кто его дергал из вас? Ты или бес? Кто там ей отвечает? Ты знаешь ее хобби? Это гуманоид как раз и подсоединил все. А, гуманоид как раз подсоединился на гадание маятника, да? Хорошо. Да, значит. Да. И вот это солнце от нее, что идет. Да. Через маятник он откачивал. Да, ты что? Ну, это мне надо будет гуманоиду пару вопросов задать. Хорошо, ждем окончания реверса. Вот поэтому демон и сказал, что она с одной стороны святоша пытается помогать, а с другой стороны она не понимает, что делает, но свято верит в это. Свято верить, это, конечно, хорошо. Если она ну как, ну, она не проверяет информацию. Вот. Она не понимает, от кого она получает эту информацию. Проверяет ее. А какую она цену платит, гуманоид, за это гадание маятником? Расскажи мне. Ну вообще она собирает энергию. Она как вампир. Получается. Хорошо. Она собирает не она, собирает гуманоид через маятник наверх по этому солнцу. То есть от этих людей или от нее? От кого он забирает энергию? От людей. Да ты что? Идет. То есть под благими намерениями помочь людям получается так, что эти люди теряют, получается, отток у них энергии, отток всего, да? Ну, потому что, вот как сказал демон, она не понимает суть того, что она делает. И не проверяет информацию. Вот и это он и показывал. Хорошо, То есть эгоизм заключался в том, что она вот уверена, что это так. Не проверяет, у нее нет сомнения в этом, скажем так. Всем этим они пользуются. Благодарю за эту информацию, демон. Скажи мне, есть лярвы в биополе Валентины? Да, она работала, лярва. Ты хочешь меня попросить, чтобы я тебе их отдал после работы? На язык он показывает. И он показывает, что она советует, говорит что-то, думает, что это так. Но суть не знает, он опять говорит. Хорошо, ты знаешь все эти ситуации, демон. Тогда скажи, скольким людям она смогла помочь с этим маятником за это время, по твоим подсчетам? И смогла ли она вообще помочь? Она смогла на себя взять грязь. Вот как. Отлично. Ну, это самая распространенная ошибка тех людей, которые пытаются кому-то помочь, но не знают, как это делать. И поэтому здесь вопросов нет. Итак, вернемся к лярве. Ты хочешь ее, демон, или нет? Я таки не услышал. Кто же не хочет лярву? Я не хочу. Ты хочешь ее? Да. Хорошо. Вот это ты мне должен был ответить. Хорошо. Как с реверсом, Вера? Закончился. Отлично. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Валентина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает. Валентина себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Бес, как долго ты находился в этом биополе? 3 года. Это он горбатый, да? Да. Бес, а что ты горбатый? Тебе так нравится или что? Он говорит, я тихий. Он собрался вот так, ну, как на цыпочках крадется. Ну, он тихий в этом плане, поэтому он должен быть немного такой формы. Да. Еще, а почему у демона такие рога? Мы таких еще не видели. Они означают что-то? 17 уровень. Ну хорошо, но я встречался с Вельзевулом, у него не было таких рог. Что хочет, то и визуализирует. В этом плане. Значит, тебе просто захотелось так и свизуализировать. Понятно. Хорошо, инсектоид, как долго ты находился в этом биополе? 10. 10 лет у тебя, значит, находятся инкубаторы в ней, в животе, правильно? Есть. Наследство есть там? Да. Жидкость есть? Не забудешь. Специальная жидкость. Понятно. Когда будешь все убирать, не забудьте жидкость откачать. Синий дракон, 906. Как долго ты находился в этом биополе? 5 лет. 5 лет. Что ты ей транслировал? Ты ей платы установил. В третьем глазе твоя плата или чья? У него накидка. Накидка. Я хорошо. Пока плату не вижу, но у него накидка есть. Хорошо, накидка. Какую она функцию осуществляла, синий дракон? Делала ее невидимой. Для кого? Для многих. Дракон, давай договоримся так. Если ты мне будешь отвечать вот такими фразами, я сейчас достану печать дракона и сделаю тебе больно. Если ты не хочешь этого, отвечай мне на вопрос, как я тебе его задаю. Итак, мне повторить вопрос? Какую функцию имела эта накидка? От кого она ее закрывала? От других сущностей. Нас и так здесь много. Так ты всех закрывал практически, ты закрывал ее в интересах всех, правильно? Да. Где твои платы стоят? Синим. Хорошо. Что ты ей транслировал? Какие картинки, какие фильмы показывал? Разные. Обучающие. Ну и чему ты ее обучал, конкретно объясни. В чем подвох? Всему верит. Всему верит. Все, что показывал, все принимала на веру. Понятно. Итак, гуманоид, как долго ты находился в этом биополе? Лет 20 здесь уже простраиваю. 20 лет. Ты зашел на этот маятник, как я понял, правильно? Призвала она меня. Расскажи, как происходит процедура призыва гуманоида для тех, кто работает с маятником? Это просто интересная информация. Частоты мои. Хорошо, как происходит подключка? Ты ее видишь, что она делает, что-то, как она вообще выходит на одну частоту? Она вибрирует. Она вибрирует. На какой частоте? Маятник вибрирует. Вот, маятник вибрирует. На моей частоте. И смог зайти в нее. И какую информацию ты тогда транслируешь? Это как призыв. Это как призыв. Это очень интересная информация. От маятника простраиваю солнце. Да. И перекачиваю энергию. Вот. Практически я забираю энергию того, с кем она работает. Сколько процентов энергии ты отнимаешь у тех, с кем она работает маятником? Из 100, если взять. Немного, чтобы люди шли. 25 чтоб... максимум. 30. Я так и заметил, 20-30%. Хорошо, значит, ты практически руководишь всем этим потоком людей, которые приходят, когда она общается с маятником, правильно? По сути, они ко мне приходят. По сути, они к тебе приходят, все понятно. Итак, арахноид, ты последний остался, как долго ты находился в ее биополе? 7 месяцев. 7 месяцев. Где подключка произошла? В квартире? На улице? Где? С потолка показывает, как он спускается. А мы чистили квартиру или Валентина? Сегодня будем. Сегодня будем чистить. Понятно. Хорошо. Я тогда... закончился. Отлично. Я спрашиваю всех присутствующих, кто еще присутствует в квартире, где, в доме, где живет Валентина. Мы сегодня будем чистить дом и опять вытащим всех. Итак, я слушаю. Из них арахноид. Арахноид. Кто еще? Лампочки загораются над ответственными, над их клетками. Бес. Да. И все. Значит, бес и арахноид только, да? Да. Я тогда бес и арахноида после чистки открою портал в дом. За это время они соберут, пока мы работаем, все, что они оставили. После этого я проведу проверку и отпущу арахноида и беса. Бесу могу даже собрать весь негатив, который в этом доме находится. Если он хочет. И отдать ему в дорогу. Хорошо. Бес тогда со мной дальше кооперирует. Все, отлично. Давайте тогда переходим к процедуре вытаскивания всего. Я начинаю с арахноида. Арахноид, выходи. Вытаскивай всю свою паутину, отсасывай всю свою жидкость. Проверка будет проводиться несколько миллионов герц. Я рекомендую каждому подумать, хорошо, ничего ли он не забыл за эти годы в биополе. А у него арахноид на самой макушке, на голове. Понятно. И затылочная часть. Что он там отсасывал? Фиолетовую энергию? Да, он ее закрыл своей паутиной, поглощал. То есть можно практически сказать, арахноид, что она вообще не получала никакой фиолетовой энергии космической, и ты забирал у нее все. То есть, соответственно, все эта... космические картинки дракон ей показывал. Понятно. В сочетании с... Они заменили просто эти энергии, которые шли, на свои энергии. Все забрало. Понятно. Хорошо. Давай теперь начнем с синего дракона. Выходи, вытаскивай все свои платы. И возвращайся в клетку. Отключайся полностью. Он как-то общался с ней, разговаривал. А что ты ей рассказывал, дракон? Объясни мне. И что она тебе говорила? Она была уверена, что она общается с кем-то. Скажи, с кем она была уверена, что она общается? Она же не была уверена, что с драконом. С высшими силами. Вот, с высшими силами. Понятно. То есть, когда она задавала вопросы, ты ей отвечал красиво, и она думала, что ей отвечают высшие силы. Правильно? Да. Хорошо. Все снял. Благодарю, инсектоид, выходи. Вытаскивай инкубатор, жидкость свою отсасывай, ничего не забывай. Приступай. И возвращайся в клетку-тюрьму. Они у него как прикреплены. Кто они? Инкубаторы? Да. То есть, когда человек поправился, это можно было сказать, тебе нужно было место. Не так ли, инсектоид? За 10 лет последнее. Расширял ты человека? Раздувал? Но он расширял, мало того, он еще делал больно, прикрепляя изнутри, не из живота, по кругу полностью. А почему ты делал больно человеку, а, инсектоид? Делал свою работу. Но если я сейчас свою работу начну делать... Твое потомство он защищал. Ты защищал свое потомство. Ты ей начал делать больно, пока ты еще твое потомство там не было. Когда ты прикреплял все эти инкубаторы. То есть здесь порядок действий важен, понимаешь? Я тоже делаю свою работу. Все поднес. Хорошо. Давай, бес, выходи. Снимай все, что ты оставил. Чей, кстати, этот молоток там на цепи лежит в клетке? Бес. Хорошо, бес. Какая функция была у этого молотка? Молоток мы точно еще никогда не видели. Он показывает, что она что-то говорит постоянно. Вот эта лярва у нее на языке. Да. Утяжелял он ее таким путем. Но все равно в сочетании с молотком я еще такого не видел. Утяжелял, но утяжеляете вы и сапогами, и камнями. Но молоток я еще не видел просто. Удивил? Молоточек мой. Ага, хорошо. Ты хочешь, наверное, его назад получить? А я могу и не отдать. Такой ни у кого нету. Это моя выдумка. Ну а что, ты себе новый не сможешь визуализировать или как? Просто это прекрасный. Но это оружие преступления считается, понимаешь? Ладно, вытаскивай все, что ты оставил. Что там еще у него осталось? На руках. И руки связал, хорошо. У него как металлические. Между пальцами одето что-то. А что это между пальцами? Там, где она маятник держит? Нет, правая... между пальцами на ладони идут дальше. А что это такое? Какая функция была? Энергия теплая, с рук, как молоко. Но если ты забирал теплую энергию с рук, по идее, она должна ощущать было что? Холод, правильно? Как покалывание и холод. Покалывание и холод. Понятно, хорошо. Вытаскивай это. Готово. Хорошо. Демон, твоя очередь. Выходи, вытаскивай свои подключки. Есть у тебя что-то? Колготки. Хорошо, снимай их. Готово. Разрешайте забрать все лярвы, которые находятся в ее биополе. Приступай, ничего не забывай. Где там, на языке или где еще? Бес нервничает, он говорит, я показал. Бес, я вижу эти лярвы. Я тебе сказал, я тебе отдам весь негатив в доме. Ты его не утащишь, там так много будет. А демон, он не сидит в этом доме. Он говорит, что я лярву растил. Ну, он старше тебя позвал. Своим молоточком, а этот олень все забирает. Этот олень. Хорошо, значит, этот олень все забирает. Ну, брал лярву. Из живота у нее было, на языке. Отлично, хорошо. Так, все. Значит, тогда переходим к гуманоиду. Я даю команду на счет 3. Все, конструкция, которую установил гуманоид, на счет 3 выходит, отключается из биополя. Валентина, 1, 2, 3. И полностью выходит и зависает перед Валентиной, перед клеткой. Да, будет так есть. Готово. Отлично. Значит, выстраиваю канал к этой конструкции. 1, 2, 3. И реверсом отдаю от Валентины весь негатив, все эти энергии на частоте этой конструкции. Возвращается на счет 3 назад в нее. 1, 2, 3. Пошел процесс. Что идет, Вера? Ну, идут туда чувства, мысли. Ага. Выдавливаем. Все полностью пошло по каналам назад в конструкцию. На головой машет, как будто отделаться от мыслей от этих хочет. Уберем сейчас все. Расслабьтесь, Валентина. Мы контролируем весь процесс. Готово. И устанавливали фильтры золотой сеточкой на этом канале. И реверсом забирает, возвращается к ней назад по праву. Она хозяйка этих энергий. 1, 2, 3. Пошел реверс. Частички души он не забирал. К ней возвращается гармония. Гармония. Радость. Угу. Чувство возвращается. Правильный. Слово идет правильный. Правильный, хорошо, понятно. Спокойные. Много идет? Но идут разные. Они цветами возвращаются. Отлично. Все назад забираем по праву. Вот радость какая-то, смех. Человеческие эмоции. Положительные. Ну, правильные, да. Отлично. Готово. Отлично. Отправляю эту конструкцию в отдельную клетку. 1, 2, 3. Хорошо. Переходим к рассинхронизации. Я даю команду на рассинхронизацию до 100%. Заканчивается автоматически. Она говорит, я чувствую, как с меня тяжелые какие-то энергии уходят. Легко становится. Дальше будет больше. Готово. Отлично. Включаю внутренний белый свет Валентине. И на счет 3 Валентина выдавливает из себя все негативные и патогенные остаточные энергии, которые находятся на частотах интерферентов. 1, 2, 3. Пошел свет. Все это выдавливается, формируется перед ней в шар. Все остатки от энергии интерферентов выходят до последнего микрона. Она говорит, сколько лишнего во мне было. Ну, вы это собирали, вам это виднее. Готово. Отлично, хорошо. Я даю команду скэнеру на контрольную проверку. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Валентины и проводит контрольную проверку. Пошел процесс. Пока он сканирует, сбросишь этот шар. Шар большой? Нет, небольшой. Открывается портал в галактической ядро, шар уходит на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово, она чистая. Хорошо. Арахноид и бес. Сейчас я вас отпускаю в квартиру. Вы собираете и дальше, как договорились. Все понятно? Да. Открывается против часовой стрелки портал в квартиру Валентины. В дом 1, 2, 3. И бес с арахноидом уходит в этот портал. Дожидается нас там. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Отлично. Хорошо. Буду отпускать. Так, синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше не придешь никогда в это биополе. Даю слово. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона 1, 2, 3. И синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Инсектоид готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Демон готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. У нас там молоточек беса остался? Да. Открывается под ним портал в галактическое ядро, молоток уходит вместе с цепью на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо. Арахноид у нас ушел туда. Остался один гуманоид, получается, да? Посмотри. Его конструкция. Да, он остался. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушай. Я приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь гуманоид Цариона, 20 лет сидел. Ну, в принципе, я не знаю, я хотел его отпускать. Как ты скажешь? Меня заберут. Хорошо. Под конструкцией открывается портал «Галактическое ядро», и конструкция уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Забрали. Хорошо. Клетка пустая у нас? Посмотри, пожалуйста. У нас осталось синего дракона, все эти. Платы? Да. Хорошо. И накидка. И накидкой, под накидкой, и под платами открывается портал «Галактическое ядро», они уходят на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Чисто? Да. Хорошо. Поехали по частотам. Да, есть. Хорошо. Пусть тонкая копия Валентины вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 500. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Валентины до значения 500 Гц. Пошел, подъем. Да, радость. У нее радости нет в жизни. Радость, смех, искренняя радость. Но это все гуманоид украл в обмен на маятник. Все эти энергии он себе забрал, и также у других людей. Вот это цена. Он говорит, мне так легко, я давно себя так не чувствовал. Наполнение энергиями, и это спокойная радость. Это не самый главный урок, Валентина. Надо понять причину появления этого всего, и она кроется в том, чем вы занимаетесь 22 года. Вам гуманоид довольно ясно сказал, что все, что вы делали, шло к нему. Он говорит, я не знаю, я буду пересматривать все. Осмыслите этот момент вашей жизни, потому что он негативный. Хорошо. Поднялся уровень? Да. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Валентина, будем возвращать вас назад в ваш биоробот и сразу приступим к чистке вашего... У нас дом там, Вера? Дом. Дом. Чистки вашего дома. И возвращаем Валентину в систему биоробот-душа. Подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическими биороботами и энергетическими тонкими телами. Пошел процесс. Да, мы закончили. Хорошо, отключайся от объекта и переносись к входной двери дома Валентина. 1, 2, 3, ты стоишь перед домом.